Ребята, привет! Мы сегодня будем открывать коробку неизвестную, потому что мне мама купила, там какие-то сюрпризы. Я не буду знать, как вы. Давайте открывать. И поехали! Мне так не терпится открыть эту коробку неизвестную. Посмотрите, что же там. Посмотрите, это оказывается пранк. Ребята, это же мой подарочек. Его зовут Роликс. Посмотрите, какой милый. Идёте. Мне так не терпится открыть эту коробку неизвестную. Давайте открывать. Раз, два, три. У меня шок пришло просто. Вау, а что это такое? Давайте посмотрим. Как-то ее надо открыть отсюда, отковырять. Вот так. Я обожаю такие штуки. Это такие благотяные липки. И, короче, вот сюда насаживаешь. Сюда. И они потом вот так типа... И они куда-то улетают. Давайте сделаем. Ребята, я придумала такую штуку. Буду сейчас в коробку стрелять. Смотрите-ка. Отодвигаем и сюда ложим. Вот смотрите, как они липнут. Ты-ты-ты-ты. Еще ходят. И потом и раз. И второго два. Человечков мы убираем. А дальше будем доставать какие-то, давайте возьмем вот это. Это, смотрите, какая, типа, вот чупа-чупс, а не дам. Чупа-чупс мне сейчас не хочется, поэтому мы же все знаем, что такое чупа-чупс. Посмотрите, кстати, какой миленький, в очках такой. Еще. Что-то не кушает. И... Насовый. Классный. Продолжаем еще распаковку. Ну, давайте посмотрим, что это такое. Я уже хотела посмотреть. Давайте возьмем, какой же из них взять мне. Этот голубенький или этот. Давайте возьмем лучше голубенький. Это положим. Вот тут открывашка. Давайте откроем. Что там? Вау! Я такой хотела! Это типа на сумочку брелочек такой. Я, наверное, его себе на портфель повешу. Очень классно будет. Всем завидуется! Классный. Там еще, кроме этого, есть еще и вот такие конфеточки кругленькие. Давайте откроем, попробуем их. Вот. Немножко сыпем. Вот кружочки такие. Советую вам такое покупать. И вкусно, и играть можно. И брелок сразу. Пивом. Давайте следующую откроем. Розовенькую или фиолетовую? Давайте розовенькую. Сейчас открываем ее. Вау, какая ты классная! Очень классная. Посмотрите, такие две. Я их повешу себе. И тоже такие же розовенькие конфеточки. Открываем. Тут вот такая лолка. Красная. У меня теперь три лолки. Ну и также тоже конфетки. Покажу сейчас. Три конфетки теперь. Найс. Давайте открывать дальше нашу коробку. Вау, это же печати такие миленькие с такими животными, посмотрите. Кстати, тут и лисичка, и жирафик, и хрюшка. А, это котик, даже олень. Давайте открывать дальше. Вау! Да, посмотрите, какой у меня огромный альбом. Вот так. Ложим. Вот так. И посмотрите. Давайте первый вот такого зайчика делаем. Куда он попал? Сейчас
зайчика мы сделали. Давайте теперь вот такую лисичку. Сделаем печать. Такая миленькая розовенькая лисичка. Это такой нелёгкий. Давайте дальше вот такую зеленую. Это кто у нас? Бегемот. Это зеленая лягушка. Ну не почти зеленая, такого салата. Хотя нет, не салатового, какого-то бирюзового цвета. Ой, как мило получилось. Сделаем тогда еще один желтый. Давайте обезьянку. Нет, пингвинчик. Так. Давайте теперь овечку поставим. Они такие все миленькие. Посмотрите, какая миленькая овечка, пингвин, жаба, носорог, это лисичка и зайчик. Давайте дальше посмотрим, что у нас внутри. Первая ручка, вторая ручка, третья ручка и четвертая ручка. Четыре ручки, представляете? Давайте посмотрим. Эльза ручка, котик ручка, это гитара ручка. Динозавр ручка. Классный динозавр. Давайте откроем. Ух ты. Его так классно держать в руках. Смотрите. Давайте проверим, как он пишет. У меня тут специальный блокнотик есть. О, как хорошо пишет. Очень классно. Давайте следующий проверим. Возьмем котика. Вау, как он что-то... О, вот. Как он жмякается классно. Это сковиш. А пахнет отлично. Смотрите, давайте проверим тоже. Пишет черными. Гитару проверим, как ее открыть. Вот. И вот так дальше. Гитара очень классная. Дин-дин-дин. Дарарарам. Давайте открываем еще. Тоже проверим, что как она пишет, каким цветом. Ну, как всегда, обычная ручка, но не обычная, а такая уж гитаристая. Гитаристая. Ну, четыре ручки. Что же там у нас еще осталось? Давайте проверим. У нас там еще пол коробки. Давайте откроем вот эту. Такую штучку. Вот сюда открывается. И... О, боже! Я испугалась. Посмотрите, какая... Обалденная! Посмотрите, какая радуга. Дуга. И раз, два, три... О, ой, что это? Ой, посмотрите, там лошадка! Вот такая маленькая. Вот. Лошадка там внутри. И вода, кажется. У меня такой был антистресс. Очень классный. Давайте дальше начинать. Давайте вот эти скрепки откроем. Вот так их открывать тут. О, какие милые! Посмотрите, мимимишные. Ой, они все упали. Классные, да? Таблочки. Вот эти кошечки есть. Ой, кошечки такие. Посмотрите, кошечки. Еще дальше. Там еще и собачки, и кошечки еще ходящие, сидящие. Все есть. Давайте теперь откроем вот эти карандашики. Тут все виды. И этот тигр, и змея, и рыба, и павлин. Все есть. Давайте проверим. Открываем карандашики. Вот так. Нет, приоткрываем. Вот, вот это. Смотрите, какие классные. Это у нас, наверное, этот девять или что. Ну, тут все виды есть. Классные, да? Правда?
О, идея пришла. Давайте закроем коробку, и может что-то прибавится, какие-то игрушки. Ахалай, махалай, появляйся, та-та-та-та! Жалко, ничего не появилось. Ну ладно, дальше будем открывать. Что же там внутри? Ух ты, это же стирательные резинки! Посмотрите, ловки видите. Давайте возьмем вот эту лучше. А эту у нас потом. Давайте откроем. Вот так. Вот, посмотрите, сейчас открою. Свободе колол. Бабушечки, посмотрите на нее. Вау, вот такая она. Давайте посмотрим, она стирает какие-то, например, карандаши. Вот у меня есть блокнот. Но карандашами я сейчас бегаю. Очень классная лолка. Давайте проверять. Я уже карандаш взяла. И вот так. Вообще классно. Ну так, я сильно слишком надавила. Давайте посмотрим, если не сильно надавить. Вот так и вот так. Но классно, играть можно. Я кое-что нашла для моих карандашей. Чтобы карандаши не ломались и стирали, если у них нет резинки стирательной. Вот такие есть штучки. Давайте посмотрим. Открываем. Вау, какие хорошенькие. Зеленый возьмем. Да. Я угадала. Такой классный. Я думала, что это... Ну, чтобы мои карандаши не ломались. А это, оказывается, стирательная резинка. И посмотрите, сколько у меня их много. Очень классные. Вот зеленые. А вот так. Очень классные. Давайте розовый на розовый найдем. Посмотрите, сколько у меня их много. Еще осталось. Да целый год. Тут всякие. Это слоник. Это у нас кто тут? Жалко, наша коробочка заканчивается. Ну ничего. Будем дальше еще открывать. Давайте откроем вот этот скотч. Ну посмотрите, какой он яркий, красивый. Еще смайлик такой есть тут. Кстати, я делала вот такой веер, когда было жарко. И я, наверное, буду, когда делать веер, и буду этим скотчем делать. Давайте откроем. Открываем. Высыпаем. Так. Какой маленький, красивый скотч. И друг! Очень классная. Давайте уже расцеплять. Нет, еще немножко. И давайте клеить. Хотя на бумагу такое не поместится. Классная. Штучка. И оп. Теперь я могу делать красивые подарки и красиво вот такой лентой упаковывать. Давайте дальше открывать. Берем и открываем. Вот тут. И раз. О, я сильная. А, вот. Как я сразу не увидела. Почему так у меня не получается силы? Мало каши ела. Так, а сейчас будем делать пальцы. На руку, кстати, похоже. Не очень похоже, но похоже. Посмотрите, какой он тянучий, все классный. Кстати, давайте шарик сплепим. И смотрите, что у нас получится. Вот, вот эти у меня, короче, резиночки. Давайте их... На пальцы наденем. Вот так. И будем вот так играть, смотрите. Хотя они не очень на пальцы лепятся. Ну, кружочек хоть получился. Давайте посмотрим, что дальше. Вау, какие классные бриллиантики. Я придумала, сделаю из них колье на шее. Давайте отцепляем уже вот эту. Обожаю этот звук. И как? Мне нравится.
ребята, к сожалению, мы уже все с вами распаковали. Даже смотрите, ничего нет! Если вам понравилось это видео, тогда подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Пока-пока!